اکو جا؟ حالا هیچی من نگر نمیداره. Скоро рассвет. Нам пора уходить. Нельзя, чтобы русские заметили корабль. Разгрузку уже закончили. Сейф с деньгами в машине. Теперь у вас достаточно людей и оружия, чтобы раздавить русский гарнизон. Действуйте строго по плану. Сначала уничтожаете связь, потом берете под контроль аэродром и атакуете город. Затем добивайте оставшиеся части русских. В 16:00 полковник Блейк получит приказ высадиться на острове. Первые вертолеты будут на аэродроме в 16:30. К этому моменту русских там быть не должно. Мы не хотим начинать Третью мировую. И они не рискнут повторить высадку, узнав о присутствии наших войск и свержении просоветского правительства. Все так и будет. Славный день. Исторический. Теперь, когда вы еще и деньжат подбросили, никаких проблем не будет. Мы уже начали выдавать вознаграждение наемникам. За голову рядового $200... За сержанта $300. Меня не интересует финансовая сторона вопроса. Я солдат, а не бизнесмен. Все это обговаривайте с Биллом. А сейчас вывозите оружие в Регину и возвращайтесь за последней партией. Через 30 минут мы отплываем.